Коробка для акварели, акварель купить. Привет, я Дарья Поздняк. Я заказала на Алиэкспресс вот такие коробки, и сейчас я вам все про них расскажу. Давайте смотреть. Это маленькая коробочка с Алиэкспресс, которую я заказывала ранее. Это средняя коробочка, это большая коробочка. Я хотела заказать именно большую коробку, цветную. Не такие, как у нас в Москве продают черные, а именно цветную. Вот у этого же продавца цветные коробки были только в маленьком и в среднем размере. У других продавцов цветных коробок больших я тоже не нашла. На самом деле я нашла всего одного продавца с цветными коробками. Коробки я заказала среднюю для моей ученицы, большую для себя. Коробки пришли очень быстро, просто молниеносно, за 2 недели. Итак, давайте теперь внутри по количеству кюветок смотреть. Маленькая моя коробка, она приходит с 2 рядами по краю, вот здесь, по 7 кюветок, средний ряд пустой. В средний ряд влезает еще 6, получается всего 20. Кстати, заранее можно заказать еще себе дополнительно кюветы, если вы захотите их докладывать. Ссылочку я тоже оставлю. Средняя коробочка, она приходит вот так, 2 ряда, по 13 штук. В средний ряд встают кюветы точно так же, в точно таком же, вот видите, раскладе. И получается, что можно ее доставить, и в ней получится 39. 39 – это вообще очень хороший набор. Вообще, наверное, из всех этих коробок, наверное, это оптимальная коробка. 39 цветов – это прям много. Дальше. И большая коробка. Здесь средний ряд кювета не встает, к сожалению. А у меня было такое подозрение, я смотрела, вот смотрите, она не так, никак она не встает. Я смотрела по фотографиям, у меня было такое подозрение, поэтому, в принципе, я эту ситуацию для себя проговаривала. Сейчас здесь 52 кюветы, вот так 4 рядочка. Видите, я почти ее заполнила, то есть вот у меня осталось 4 пустых. И что я думаю? Я думаю, что когда у меня будет хотя бы еще 10-15 цветов, я готова буду положить в эту коробку, я сделаю вот так. Я вот это выну. Кстати, вот эта подставка, она тоже имеет вес. И про вес мы сейчас отдельно поговорим. Я выну, и вот сюда просто буду заполнять кюветами. Тогда здесь получается 4 ряда вот так. По 13 кювет, 4 ряда, и потом встает еще 2 ряда, вот так, по 11 кювет. И получается всего их 74, то есть если здесь 52, то здесь получается 74. Очень большой набор, и из-за того, что я вынула вот эту металлическую вставку, вес станет капельку меньше. Теперь по весу. В основном вес ощущается у вот этой коробки. Вот эти, да, они, конечно, имеют вес, но не критичный. Вот это прям тяжеленькое. То есть, если вам для пленэра, нет, тяжеловато будет. Лучше взять вот эту и упихать ее до 39 цветов, как мы с вами сейчас смотрели. Это тяжеловато. И также я заказала отдельно пустые кюветы, чтобы докладывать в коробке, так как я хочу увеличивать, использовать это вот пустое все пространство. А ссылочку на кюветы я тоже вам внизу оставлю. Еще я забыла вам сказать, что любую коробку можно же приобрести не с половинчатыми кюветами, а с целыми. Почему же я не купила эти коробки в Москве? Я специально ходила смотреть в магазин, и вот эта вот коробка Невская палитра «Белой ночи», которая появилась сейчас такого сиреневого цвета, одна такая бледно-сиреневая, вот здесь покажу вам фотографии. Я взяла ее, открыла в магазине аккуратненько и посмотрела, сейчас на чем бы вам показать. Вот у этих коробок, у всех одинаково, у меня тут, кстати, приклеен магнитик, чтобы эту штуку лучше держать, чтобы она меньше там мотылялась, очень удобно оказалось. Смотрите, вот здесь в высоту над кюветой вот эта металлическая штучка выступает буквально вот на пару миллиметров. Она выступает. У Невской палитры, если вы вот эту вот вставку посмотрите, выступание происходит гораздо сильнее. Это раз. И два. Здесь, если смотреть вот у этой вставки,
Видите, бортик высокий, бортик низкий. Бортик низкий, бортик высокий. То есть вот эти вот рога, скажем так, выступающие, они на каждом бортике. А у Невской палитры они на каждом бортике, плюс они еще выше. То есть получается, что когда вы вот будете большую вот такую коробку с красками, у вас между всеми кюветами вот здесь будут торчать эти рога по высоте намного больше, чем кювета. И вы все время будете кисточкой их задевать, ну и как вообще эстетическая тоже составляющая. И еще важный момент, когда я в магазине пыталась в эту вот пустую коробку Невской палитры вставить маленькую кюветку между этими рогами, честно сказать, у меня получалось это с трудом. То есть они все-таки, эти коробки, заточены под большие кюветы, не под половинки. Если вы купите коробку Невской палитры в вашем городе, все равно, если вы хотите работать маленькими кюветками, вам все равно кюветы придется заказывать на AliExpress, поэтому вы все равно будете их ждать. Еще один классный вариант я нашла на AliExpress. Если вот этого набора вам покажется мало, когда мы вынимаем вот эту, если, например, вы хотите рисовать большими кюветами, но чтобы их было много и чтобы они все были в металлической коробочке, просто металлическая коробка без каких-то ячеек, разделений, маленькой высоты, с металлической крышкой и с каким-то красивым рисунком здесь. А когда вы просто в нее выставляете много-много кюветок, больших или маленьких, ссылочки оставлю. На этом все. А с вами была Дарья Поздняк, и до новых встреч!